Здравствуйте, представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Прикамские спортсмены в эти дни борются за награды Всемирной летней универсиады. Она проходит в Южной Корее в городе Кванджу. Больше всего представителей Прикамья в футбольном турнире. В составе женской сборной страны сразу 7 игроков звезды 2005. Это вратарь Елена Кочнева, а также полевые Дарья Макаренко, Любовь Кипяткова, Валентина Орлова, Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина и Алена Нургалеева. Групповой этап уже завершен. Наша команда в первом матче сыграла ничью с Японией 0-0, а затем переиграла Мексику 3-0. По словам наставника россиянок Елены Фомино, это была ключевая встреча. Мы контролировали ход встречи, но в конце матча попытались забить еще, побежали вперед. Думаю, это произошло от чрезмерного желания. Мексиканки в итоге несколько раз поймали нас на контратаке. Хорошо, хоть не забили. В будущем надо быть осторожней, более сильная команда может и не простить. В третьей игре группового раунда проблем наши не испытали, разгромив Колумбию 8-0. 6 голов записали на свой счет звездочки. Хэт-трик оформила Пантюхина, дубль Поздеева, один мяч на счету Орловой. В плей-офф россиянки вышли со второго места в группе. В четвертьфинале нашей команде будет противостоять Бразилия. Добавлю, что на универсиаде Прикамье также представляют бадминтонистки Елена Комендровская и Мария Шегурова, легкоатлет Алексей Кеник, стрелок Ренат Аюпов, гандболисты Кирилл Воронин и Игорь Сорока, легкоатлетки Елена Зуйкевич и Кристина Мальвинова. Далее карате. В Бразилии прошел первый командный кубок мира по этому виду спорта. Российская сборная дошла до финала, где встретилась с японцами и одержала уверенную победу. Наши выиграли 4 из 5 схваток. Еще одна закончилась в ничью. Наш регион национальной команде представляли Антон Гуляев и Денис Кухарев. А возглавлял сборную Александр Алымов. И в завершение новости стана Амкара. На втором сборе, который стартовал в Австрии, команда проведет 3 контрольных матча. Соперниками станут венгерские клубы Вашаш и Мезьёки Швед, а также сербский Партизан. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.